крашеных фраз, пусты как шатраства. Ты мне не продержаться и дня без тех, кто сердце впитал святую волю небес. Я танцую в центре огня, так раскаленный здесь и сейчас. Yeah. Еще, знаете, поразило то, что вы очень доброжелательно относитесь к журналистам. Смиряюсь. Смиряюсь. Ну, пытаюсь просто. И на самом деле это одна из как бы составляющих моей профессии — общение с журналистами. Поэтому уже куда деться? Никуда не деться. Приходится все равно общаться. Не, ну, бывают люди действительно искренне заинтересованы, с ними, в общем-то, интересно поговорить. А в основном, как правило, журналисты выполняют редакционные задачи, им по барабану вообще, что ты, кто ты и как тебя зовут. Просто галочки ставят и все. Соответственно, мне не очень интересно. Мир в плену эпохи хай-тек толкает души к окну, держа подложный закон. Мрак и ток опущенных век, слепая тяга ко дну. Здесь и сейчас. А в 92-м году вы сказали, что с Богом у меня отношения сложные. Я его люблю, а он меня нет. А сейчас бы как вы ответили на этот вопрос? Ну, дурак Бог. Я сейчас скажу совершенно иначе. То есть отношения у меня с Богом сложные. Только ситуация в том, он меня любит, а его нет. Недостаточно. Любви у меня мало. Почему? Ну, потому что дефицит у меня любви. Потому что на себя замыкаю больше всего. Все равно все. Все больше замыкаю на себя. Ну, во всяком случае, хоть это ощущаю, уже плюс, наверное, какой-то маленький мне зачет. Надежда есть на это. А вот если вы не будете замыкать себя, может быть, творчество не будет? Не, а творчество у меня вообще идет параллельно. Я вот как раз в этом плане не замыкаю. То есть, вот я абсолютно, то есть, вот как на духу говорю, совершенно спокоен, у меня мук творчества нет. У меня приоритеты выстроены правильно. То есть, на первом месте Господь Бог, но любви мало. На втором месте семья, но любви мало. И на третьем месте уже друзья, профессии и все остальное. Но любви опять мало. Вот во всех этих человеках. Поэтому, если мне пишутся песни, я с благодарностью принимаю. Не пишутся, я с благодарностью это принимаю. То есть нету вот этого, ах, кошмар, там, депрессия и все такое. Это... Кто готов не прятать глаза?